Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир, и мы продолжаем играть в Европу Универсальс 4 за Команчи. И у меня есть хорошая новость. Наконец-то на канале уже перевалило за 300 подписчиков. За что вам большое спасибо. И будем дальше стремиться до новых высот. Следующая цифра — это 400 подписчиков. Ну, посмотрим, когда я до нее смогу добраться. Ну, приятно. Так, и вспоминаем, что у нас тут. Тут у нас идет война с Норвегией и Великобританией, Данией и еще кем-то. И Россией. Россия еще и вступилась. Ну что, ничего делать. Россия небольшая, в принципе. Так, тут я высадился. Дальше я хотел бы вот тут забрать войска, да? 2000. И закинуть их куда-то вот сюда, на Мадагаскар. Так. Тут мы осаждаем. Заняли провинцию. И оттягиваем силы вот так вот сюда. Так, вот этот фут. Побережье Гаяны. Стоит тут на осаду, да? Тут стоит на блокировку и будем захватывать этот остров. А потом еще захватим вот этот. Это так, и скорость побольше ставим. Так, ну тут, в принципе, все так, все тоже. Тоже и те же. Да, вот это их армия сразу, точнее флот стал на ремонт. Ну а мы сейчас высадимся. Начнем там наводить шорох. Так, ты иди, можно выбрать. А, не, это можно купца взять. Мы пока не будем брать. Так, города требуют восстановления старых прав. Много хотят. Ух ты. Стабильность или легитимность? В принципе, на стабильность мы заработаем, а легитимность — это серьезно. Наверное, отклоним требования. Так, и это мы можем поменять пехоту, да? Пехоту. Так, эти ребята высаживаются. И тут смотрим, кстати. Тут. 2000 грузятся, 50 кораблей отправляются в гости к Великобритании, вот сюда. Так, а что тут далеко для нас получается, да? Да, далековато немножко. Ну, попробуем. Сюда доплыть. Стараемся это сделать.
от осады идут. Так, если Гуадор взяли, нужно стягивать войска сюда. Пусть будут. Главное, чтобы еще Россия свои войска не приперла. Так, есть еще одна провинция взята. Улучшаем отношения с деловарами. Еще такое, я заметил, что португальцы в своих провинциях, сейчас покажу, вот этих, в основном на торговлю, видите, здания прокачивают до упора. Вот почему у них такой неплохой. Они еще тут захватывают. Такое неплохое значение. В торговле они занимают. Вон вот тут в этом узле. Они больше нас имеют. 34, 33 у нас. Зараза. Надо бы тоже построить немножко. Эти рынки в этом регионе. Вот так. Вот так еще побандем, пусть будет. Так, куда относится? Ага, это им туда относится. Ну чё, мы будем строить и строить. Пока все не построим. Так. Талантливый купец, который пытался выработать единое для всех участников рынка правила торговли и стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Так, смотри. Конечно же, стабильность и плюс 25 дипочков. Хорошее событие. Так, и тут у нас есть щиток, да? Есть. Не мешало бы еще вот это захватить себе. Где столица их, вон. Хотя, мне нужно будет с Японией разбираться. Сразу после этой войны. Фабрикуем претензии на Идзуму, Авари. Ямато. Так, Су это вот тут, аж Сацума. Тоже не там. Дзума. Где это Идзума? А вот она. Ну давайте тогда Авария пусть будет. Вот так вот. Сфабрикуем претензию. Надеюсь, может получится сделать их вассалом. Но мне кажется, что это не одна еще война нужна, чтобы сделать это.
Так, есть. Тут все захватили. Стягиваем силы. Тут осада идет. Вот, ремонтируется в прибрежной зоне. Что мне только на руку. Так, эту армию выводим. О, 70. Так, и выводим армию вот эту. Так, можно было бы еще вот сюда высадиться. Чтоб счет себе поднять. Так, и где-то тут нигде не видно англичан с их флотом. Каким-то еще оставшимся. Ну, пока вроде бы так спокойно, да? Может еще немножко повысить скорость. Все равно ни с кем не воюем. Так, еще где-то пираты появились. Ясно. Так. Так. Ассимиляция туземцев провинции Буру. Есть плюс 100. Это где у нас тут? Есть самостоятельность колонии Буру. Так, и построим сразу же защитное здание. Так, есть еще одну провинцию взяли. Также я думаю в будущем сделать вот этих ребят своими вассалами. Так, где это? Предложить стать вассалом, видите, есть. Держать сепаратизм можно. Не мешало бы их тоже завассалить просто так. Так, на Манилу потеряли права. Ничего страшного. Так, тут вот отстраивается. И эту армию держим тут. Так, отправляем Гондурас. Крестителя нашего. Так, и не мешало бы все-таки поменять пехоту. Пока нету нигде никаких сражений. Так. Французская пехота, поменяем ее на пехоту в каре. И ударная пехота. Давайте ударную возьмем пехоту. Так, есть, взяли еще одну провинцию. Идем сюда. Так, дикари опять бесятся.
Так, вот наша флотилия поплыла. Так, джурим, джурим. Надо будет делать претензии. Джурим, пусть будет. Нам еще пригодятся там претензии. Отлично, осадили и надо будет забрать отсюда войска. Флот плывет. Скоро они будут на месте. Так, тут... О, тут османы 13 еще тысяч привезли. Будут высаживаться. Да, красавчики. Так. Тут британские 8 торговых кораблей плавают. Ну, пусть плавают, ничего страшного. Вон высадились 11 тысяч. Давайте уже захватывайте этот остров. С этого острова я начну экспансию вот сюда, на эти островки. Вот здесь начался. Началось сражение. Так, и что там? Захватили 4 транспорта. О, 16 кораблей мы захватили. 6 торговых, 6 линейных. В принципе, 2 корабля еще потопили им. Отлично. Так, и вот эти ребята заплывают сюда. Заберем. Отсюда войска. И вот этот флот. Да, нужно отстроиться. Нужно отстроить флот. Тут вообще никаких станов. Сейчас отремонтируемся немножко и пойдем дальше мочить нехороших парней. Высадим десант тут и отправим десант вот сюда, на Золотой берег. Тут хороший модификатор есть, важный торговый центр. И может еще и Габон заскочим. Посмотрим, как оно будет. Если надо будет, то можно еще и сюда даже заскочить уже к ним в гости. В чем бы и не. Я бы, знаете, не против вот тут захватить что-то. Очень даже не против. Ну, посмотрим. Так, урожайный год. Так, тут уже приплыл флот, да? Давай высаживаем все 2000. Будем иметь имение в Африке еще. Давайте высаживайтесь. 24 декабря. Отлично. Так, и вот эта армия пусть плывет сюда. Точнее, не армия, а флот. Заберем наших товарищей. Можно было бы еще вот эту. Страну. Аргентина, колонию, точнее. Английскую немножко попугать. Так, развитие вооруженных сил.
И что там нам дает? Так, создать современные войска. Число рекрутов. Минус 10%. Так, это 15 тысяч где-то, да? Так, дисциплина плюс 10%. Престиж увеличится на 2%, казна уменьшится на 50%. Споры насчет реформ. Водик будет. Риск восстания плюс 2. Так. Ну, я, в принципе, за. Пусть будет повыше дисциплина. Это неплохая штука. Так, вражеский фунт. Я бы хотел восстановить нормально свою флотилию. О, наконец-то у нас появился наследник, который... Не было такого дела. У нас правитель уже, смотрите, какой. 43 года. Ну, думаю, продержится. Чтобы не было Регенского совета, а там будем сидеть и ждать, как всегда. 18 кораблей там уже плывут. Мы это хорошенько прорядили. Так, Кастильская Бразилия. Право прохода вы дадите? А, не дадут. Не дадут они. Ну, не идите в баню. Так. Какие-то 5 кораблей прибыло. Ну, эти торгуют, да. Эти ребята торгуют. Надо будет их подловить. Так, давайте отправимся вот сюда уже, наконец. Скинем войска там. Так, крестьяне восстали. Вырезать их. И новых привезти и заселить. Так, есть. Высаживаем 2000. Скоро Сунда станет еще и национальной провинцией. Хорошо. Немножко начинают что-то британцы шевелиться. Так, Россия, тебя можно вывести из войны? Пока нельзя. А Дания? С кем ты воюешь еще, Дания? Ни с кем, в принципе. Ну ладно, воюйте дальше. Там посмотрим. Я вижу, в Венере так хорошенько, видите, откушалась. Так, Сунда есть. Взяли тут Сунду. Надо дальше брать. Не вот эту, не вот эту. Сумбава. Какие-то острова тут забирать себе. Вот эти, например. Португальцы тут уже осваивают. Не знаю даже.
принципе, вот эти островки хорошие такие. Острова Гилберта. Будем долго к ним плыть. Почему-то мы вот рядом находимся, но колониста отправлять все равно далеко. О, тут уже кто там? Великобритания. О, Великобритания? Ну мы захватим вот это. У нас где-то был один кораблик, и объединим транспортный. Давай вот сюда отправим туда. Вот так вот. Пусть будет. Так. Вот эта армия пусть грузится. Мы пока заберем их вот сюда, в Японию скинем. Пусть будут там. Тут 2000 стоят, осаждают. В принципе, делают то, что нужно. Да, вот тут бы можно еще себе отхватить чего-то, какой-то торговый регион. Вот. Я бы не сказал, что тут много идет через него. Основная масса денег идет вот сюда. И вот тут проходит через Сейлон, Бенгалия. И вот тут прилично идет тоже. Хотя Пекин сколько там? Тут тоже нормально денежек так гуляет. И в этом торговом центре. Ну, посмотрим. Так. Вот это флотилия. Ух ты ж. Русский флот. 2 Сан-Паулу, да? Ну хорошо. Ну, ребята, командир есть. А, не надо. Так, разобьем. Разобьем их только так. Так, а этот флот идет. Сейчас возьмем пару тысяч вот тут. И отправимся в Африку. Будем захватывать эту провинцию. А Чаротегу не претендуем. Это уже серьезно. Давай на черта сделаем претензии. Пусть будет. Так. Где это один корабль? А вот транспорт. Угу. Значит, отправляемся в Буру. Заберем отсюда. Блин, тут с пушками стоят даже. Войска. Ну, видно, перекидывал просто. Силы из одного региона в другой. Регулярные. Получилось так, что с пушками остались. Так, давай. Погрузим части. Давай сюда. Вот так вот. Землю раз обратили.
Так что не можешь отсюда высадиться? Да, не может. Мы заплываем отсюда. Так, и отправляем в буру. Будем обращать свою веру. Вот так вот. Усаживаем пушки. И забираем еще вот этих. Так, а тут у нас английский флот гуляет. Ну и армия пришла еще. Так, а я тут и шел. Вижу, зря и шел. Шонская Бразилия разобралась со всеми. Ладно, отойдем назад, понимаешь. Так, и тут. Давай немножко пехоты возьмем. Возим на корабли. Корабли отправятся. Вот сюда. Возьмем себе имение в Африке. Так, интересно, мы перехватим вот этот флот? Не мешало бы. Немножко скинем скорость. Так, местный специалист по укреплениям Сенека. Пусть он остается дома. Так, наши когда будут? 14 декабря. 12 декабря Малые Антильские острова. Так. Мы там тоже будем. Отлично. Подловили их. Так, и все потопили. Супер. Ух ты, 13 тысяч высадилось. Куда они там взялись? Ладно, идем на подмогу. Так, медь. Каких вас будет производить медь? Хорошо. Мы осаждаем. Так, Бермудские острова захватили. Это хорошо. Так, дальше. Вот этот еще надо перевести. Сюда. Тут мы высадили войска. И флот отправим вот сюда. Что? Если что, вот эту армию высадим вот тут. Так, мы Массачусетс потеряли право, да? Сфабрикуем. А ну-ка, гости. Должны успеть. И почему мы их не мучим?
Я вот этого не понимаю. Почему они вышли из этих кораблей? Тупизм какой-то, мягко говоря. Так, советник помер. Военный советник, сколько у нас? Достаточно. У нас денег, чтобы нанять плюс 3 советника. Защита крепостей будет выше. Флотилия поплыла дальше разбираться. Это Джолов. Тут захватили, это хорошо. Надо будет забрать эту армию. Так, репа будет производиться. Колония наша разобьет вражеские войска. И мы разобьем вот тут. Османы тут работают. Они еще же воюют? Да, да. Ух ты ж, норвежский флот идет. Так, 12.48. 16. Есть адмирал. Есть, блин, адмирал. Может по-быстрому нанять адмирала? Бережье Эквадора, да, не отправляется. Давайте наймем по-быстрому. Куда? 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 Нужен адмирал. Вот так. Идем вот сюда, навстречу. В принципе, должны разбить, чтобы они не могли высадить свой десант где-то у нас в тылу, как всегда они это любят. Так, наши тут так немножко натужно. Куда эти не отступают? В Сиару. Ну, давай, мы пойдем за вами. Поставим на всякий случай командующего даже. Так, и отсюда высаживаем наши силы. Так, тут пока. Пока все нормально. Сейчас разобьем вот эти 6000. Есть еще, нету ихних войск. Так, и вот тут надо разбить вражеский флот. Началось сражение. Ты, блин, что, они разбивают нас? Да? Хорошо получается. Мощь натиска, маневренность у них. У нас огневая мощь, маневренность. Ладно, отступаем. Так, они захватили два наших торговых корабля, да? Да, надо будет усилить группировку линейными кораблями. Так, корабли.
Вот, сделаем 4 корабля таких. И мы пару фрегатов потеряли, да? Вот, пусть будет пару штук. Собаки. Куда это вы идете? Вот эту армию отводим. 6000 куда-то они тащат. Ну, тут военные галеоны в основном. Вот нас и побили. Куда-то они отправляют этот флот. Какие-то 25000 на всякий случай надо отправить сюда. Так, Норвегия. Угу. Уже даже что-то нам предлагают. Так, что мы хотим? Ну, семенов я не против забрать себе. Вот. Еще было тут пару провинций. Например, Инну. И вот эту не против взять себе. Так, еще вот эту провинцию я хотел бы взять. И вот эту. Семеновый ноль, да? По дипочкам. Так. Вернуть провинцию. Ну, тут я ничего не хочу. Вот эту заберу себе провинцию. И также не против вот тут парочку забрать. Своим колониям отдать. Так, где это? Колониальные регионы. Да, вот это как раз она и есть. Вот это бы забрать все. Так, а тут что? Тут я хотел, не помню какую провинцию. Так. Вот. Вот эту, наверное, забрать себе. И вот эту еще забрать. Так. Ашантийские националисты. Образовались. А, тут же была провинция. Хорошо. Ух ты ж, вражеский флот. Надо их догнать. Ух ты ж, и кто там? Галконские националисты. Пожалуйста, восставайте. Я тогда возьму. Так, где это они тут? Галконда, вот тут. Да, я возьму вот эту провинцию. Что? Сукно? Хотя тут получше, тут... Хотя не, хлопок. Тут железо, да? Можно Раджабар взять себе. Какая разница, или не брать ничего. Но задание есть. Эти задания. Иньямбане. Так, это где это? Это Иньямбане. Это тут вроде бы. Это.
Это ж эта провинция я находил. Ямбаны. Где надо основать колонию? Не помню. Или тут она где-то? Ах вы ж гниды! Ах вы ж гниды! Сейчас мы пойдем вот тут вас устроим, шмон. Решили провинцию забрать себе, да? А хрен вам. Так. Захват колонии начинается. Так, а тут они везут своих гадов сюда. Ясно. Так, догоним. Так. Так, вот сюда. Сейчас постараемся их перехватить. Они думают, что самые умные. Так, 4 октября. 1 октября прибудем. И будем их мочить. Так, а где Норвегия? А вот вы где. Везете свою шестерочку, да? Хорошо. Ты смотри, сколько мы захватили еще. И все, что они захватили, потопили. Вместе с войсками. Ну и сами немножко потеряли, я вижу. Так, идем на ремонт. Тут трехпалубные линкоры уже немножко изнашиваются. Есть такое дело. Ну вот они высаживаются, да? Хорошо, тогда нанимаем тут наемников. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Еще кавалерии. Наймем. И постараемся норвежские войска разбить. В принципе, мы так достаточно много забираем. Я бы тут забрал бы еще себе вот так парочку провинций. Может до хрена быть сверхширение. В Индии бы не против обосноваться. Но я не знаю. То, что я в Африке вот тут хочу обосноваться, это факт. А в Индии еще. Наверное, пока нет. Так, этот вход. Делать сюда, наверное. Будешь ремонтироваться. И забирать войска. Вот так вот. Ладно, эти ребята остаются тут. Ну, пока все, думаю. Так что тут я завершу серию. В следующей уже будем мириться. Выбивать себе выгодные условия. Посмотрим, что получится у нас еще забрать. Я обязательно хочу вот эту провинцию взять себе. В Африке. А там разберемся, что еще можно будет.
А пока всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.